10 лет подряд с 2011 года по всей стране проходит акция «Библия-ночь». Главная цель этой акции – вызвать интерес к библиотекам как месту общения, показать молодым людям и не только им, что современные библиотеки заметно отличаются от библиотек, которые были когда-то. Сегодня они стали настоящими культурными центрами. Этот год для «Библия-ночи» юбилейный. Поэтому для любителей книги в Новосибирске запланировано немало интересных встреч, выставок и книжных акций. «Библия-ночь» для нас – это акция по развитию интереса и по привлечению людей в современную библиотеку, чтобы посмотреть, а что же там происходит. Многие не открывали дверь библиотеки давным-давно. И вот это для нас как бы первая задача. Вторая, конечно, это акция, повторяю, посвящена 60-летию полета человека в космос, и где, как ни в библиотеке, найти очень много об этом интересного материала. В прошлом году эта акция проходила в режиме онлайн. Теперь библиотеки ждут к себе в гости. Главная тема в этом году – книга «Путь к звездам». Когда-то писатель Хорхе Луис Борхес сравнил библиотеку со Вселенной. Сегодня к печатным изданиям добавились онлайн-ресурсы. Приглашаем погрузиться в невесомость вот этих онлайн-ресурсов, в невесомость наших книжных собраний. И здесь мы идем от серьезных событий к легким, игровым, развлекательным. Создаем такую разнообразную, разнонаправленную программу, которая была бы интересна разным посетителям, людям. В областной библиотеке в эту ночь можно будет познакомиться с расчетами Кондратюка по траектории полета на Луну, посмотреть документальный фильм о нем. Для тех, кто любит слушать лекции, сотрудник планетария расскажет об угрозах метеоритов, а также покажет образцы метеоритов. Здесь же можно будет научиться снимать на старинных фотоаппаратах. Самая большая библиотека города, ГПНТБ, также отошла от привычного формата. Там будет организован 5-часовой марафон. Хочу выделить три таких ключевых блока нашей «Библионочи». Это музыкальная часть, театральная и полезные проекты с полным вовлечением тех, кто на них придет посмотреть. У нас на «Библионочи» можно будет даже полечить свою душу. Будет мастер-класс по рисованию, арт-терапия души, внутренний космос. Еще одну лекцию о космосе у нас прочитает по телемосту в прямом эфире специалисты из НАСА с переводчиком. У нас будет, конечно, розыгрыш призов, у нас будет галерея развлечений иллюзора, то есть, ну, будет интересно, весело. В общем, ночь с 23 на 24 апреля обещает быть интересной, научной и в какой-то степени космической. Не стоит только забывать, что во время посещения учреждений необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.